судьба этого мальчика невероятно трагична, с одной стороны, с другой стороны, он не случайно, наверное, был отмечен Господом Богом, потому что он был, конечно, ребенок необыкновенный, он был необыкновенно талантлив, и все, что от него осталось, это всего 4 прелюдии, к сожалению, и все эти 4 прелюдии, каждая из них действительно представляет собой невероятно талантливого композитора, хотя ему было всего 11 лет. Погиб, он утонул в Днепре в 19-м году трагически. И всю свою жизнь он прожил в Москве. Он родился в период поэмы «Экстаза». Поэтому он слушал эту музыку и жил этой музыкой. Для него это было натурально, понятно. Отмечен своими родителями, которые его выделяли среди своих детей, очень любили. Характер у него был, говорят, необыкновенно покладистый, он вообще напоминал ангела. Непонятно совершенно, откуда в этом мальчике было ощущение такой трагичности, если мы слушаем его музыку, и такое невероятное ощущение формы в музыке, которую он явно не был научен, хотя он учился в музыкальной школе имени Гнесиных, потом он учился в консерватории Киевской. Так что, кто знает, что бы из него выросло и получилось. Это были уже все-таки очень близко 20-е годы. То есть это уже совершенно другой мир и другая музыка, чем музыка его отца.